сейчас буквально в кулисе здесь рассказали анекдот. О, ну, ну ладно, послушай. Анекдот я люблю. Анекдот такой, ну я правда. Ты знаешь, я вот только анекдот где-то услышу, сразу стану под деревом и слушаю. Ну хорошо. Вот и слушай. Анекдот, правда, чуть не упал. Значит, анекдот такой. К врачу приходит больной, а вот, и говорит, доктор, почки, почки, почки. Тот говорит, а одеколон пьете? Тот говорит, пью, говорит, не помогает. Ну, говорит, одеколон пьете? Говорит, пью, говорит, перевод продукта. Ну, говорит, пью, говорит, Никферштейн. Ну, одеколон пьет, говорит, пью, говорит. Слушай, ну, хватит прикалываться, во. В смысле? Ну, анекдот давай. Я же рассказал только что. Ну, к врачу приходит больной. Так. Говорит, доктор, почки, почки. Тот говорит, одеколон пьете? Тот говорит, пью, говорит, не помогает. Сидит больной. Подходит доктор. Так. Говорит, у тебя почки есть? Кто говорит, пью, говорит, не помогай. А раньше помогал? Ну, чё бы он по врачам бегал? А, так он одеколоном лечит. Чудо, так, так бы сразу и сказал, ёлки-палки. Подожди, давай разберемся. Так, как называется? Кто? Ну, одеколон. Дубовый ручеёк. Дубовый ручеёк. Натирать или компресс? Закапывать по столовому флакону в каждого больного. Подожди, что закапывать? Это диагноз. Доктор, у меня почки. Диагноз можно закапывать. Ага, хорошо. Сколько раз в день? Пока оркестр не уедет. Ага. Подожди, подожди, ты, ты меня запутал. Да я сам уже, значит так, короче. Идет больной, ну, навстречу почки. Он говорит, одеколон будем? А говорит, не берет собака. Кого она не берет? След она не берет, понимаешь? Он не скомандовать, не в состоянии. А когда он в состоянии, она головой в след уткнуться не может. Почему? Похмельный синдром. Так пусть бы попробовала лежа. Пробовала, не помогает. Ну тогда я не знаю. Я тоже не знаю, все, я пошел. Подожди, ну куда ты пошел? Что ты пристал ко мне вообще? Что ты пристал? Я анекдот людям рассказывал. Что ты ко мне пристал? Так рассказывай, я здесь для чего? Я рассказываю анекдот. Я слежу, давай, рассказывай. Значит так. К гинекологу приходит пьяный. О, вот это интересно. Доктор говорит, садитесь. Так. Он залез. Куда залез? На дерево. Ого. На развилку. Доктор спрашивает, да что жалуетесь? Он говорит, у меня почки растут. Он посмотрел и говорит, ой, женщина, как вы себя запустили, будем резать. Так он хирург. Нет, но тоже на хэ, как и ты. Подожди, а собака? Собака? Это рецепт. Поймать собаку, настоять на одеколоне. Так с этого же надо было и начинать. Поймать собаку. Какой породы? Породы сучка. Сучка. И настоять, чтобы завязывала. Завязывала. Дальше. У врача была собака. Он ее любил. И я тебя, гадюка, сейчас Вова, тоже задушу. Подожди, ты одеколон.